Актуальные вопросы в сфере садоводства обсудили представители дачных, садовых и огородных товариществ. Несмотря на выходной день, в актовом зале администрации собрались несколько десятков человек. В начале собрания состоялась небольшая церемония награждения. За активную работу и успехи в развитии садоводства наградили нескольких человек. На повестке дня у садоводов ряд важных вопросов. Подведение итогов работы в 2017 году, постановка новых задач, обсуждение форм и методов работы, а также обсуждение изменений в законодательстве. К примеру, вот за прошедшие 3 месяца после последнего семинара уже порядка 5 изменений произошло в законодательстве. Ну, во-первых, это лесная амнистия, так называемая. И сейчас работа по этому закону начинается. Это объявлено президентом 6 соток и освободить пенсионеров от уплаты земельного налога. Также обсуждалась постановка земельных участков на кадастровый учет, льгот при уплате налогов и другие вопросы.